день свадьбы с принцем София одевалась, а вокруг толпились члены семьи. Внезапно она поняла, что совсем забыла купить туфли. Ужас. Тут одна из ее сестер вспомнила, что у нее оставались старые свадебные туфли, так что их она и одолжила Софии. К сожалению, они были слишком тесны, и к окончанию свадьбы ноги у Софии ну просто отваливались. Уединившись в спальне новобрачных с мужем, она думала только об одном – скорее снять туфли. Вся семья столпилась у двери в спальню, прислушиваясь, и вскоре все услышали то, чего так ждали – пыхтение, кряхтение и, наконец, сдавленный стон. Тут раздался голос мужа. «Ух, и тесная же!» «Вот», – прошептала королева, – «я же говорила, что она девственница». А потом, к их удивлению, муж произнес: «Ну, а теперь давай другую». Снова послышались пыхтение и стон, а потом голос мужа: «Господи, это еще меньше! Настоящий мужик!» – восхитился герцог. Девушка заходит в аптеку и спрашивает: «У вас контрацептивы со средствами повышения чувствительности есть?» «Чего?» «Ну, проще говоря, гондон с усиками». «Есть, но он сегодня на работу не вышел». «Любимая, давай займемся сексом». «Ой, я очень устала, голова болит, месячные вот-вот начнутся». «Да ты спи, спи, я по телефону разговариваю». Спросил как-то мальчик у своих родителей, что такое минет. Ну, те переглянулись и решили, уж лучше он то от нас узнает, чем где-то на улице. Мама и отвечает: «Ну, это когда писю в рот берут». Папа такой: «Дура, не берут, а дают, у нас же сын растет».